Добрый день, дорогие друзья! Вы снова находитесь на канале прикормочных корабликов Комарат. С вами снова я, Михаил. Всем привет! Так вот, что-то мы все говорим о корабликах, да, корабликах. А давайте все-таки поговорим о сумке, в которой очень удобно перевозить свой кораблик. Также очень емко, не нужно разбрасывать это по всему багажнику, все аксессуары, которые находятся с кораблем. А и, конечно, это защита кораблика, где сумка его защищает от различных царапин, от там, воды, ну и так далее. Поехали. Берем бегунки, открываем вот так легко сумку. Видим, тут у нас кораблик. Вытаскиваем. Кстати, кораблик-то не простой, а пятая версия. Берем подставочку, ставим наш кораблик. Достаем вот такой вот прекрасный холод 520. Достаем пульт. Достаем антенны и монитор. Что мы здесь видим? У нас имеется три сумки на липучках. Первая сумка используется для аккумулятора, либо для зарядного устройства, кто как использует. Вторая сумочка у нас используется для пульта, то есть вы можете положить его туда и убрать куда-нибудь в стороночку, на случай, если вдруг пойдет дождик, он у вас не промокнет. И третья сумочка используется для эхолота. Тем, кто, например, имеет там 500-й, 520-й, ну, вообще, в тосланный эхолот в целом. Далее, в этой сумке есть жесткое дно. Вот так оно выглядит. И имеются вот такие специальные хвостики для того, чтобы мы могли установить туда подставку. Покажу, как это выглядит. Ставим подставочку и крепим. То есть для того, чтобы у нас подставка не ерзала по всей сумке вперед-назад. Все. Далее берем сумку для пульта управления. Открываем. Кладу, закрываю. Теперь я могу с легкостью это все положить сюда, и оно прилипло на липучке. Соответственно, сюда сверху кораблик можно установить без проблем. Далее беру 520-й холод, вот так вот он выглядит. Открываю сумочку и кладу его туда. И таким же образом укладываю его под кораблик. Вот это сюда, вот это в носовую часть пульт, в середину эхолот, и вот в эту часть оставляем место под аккумулятор. Открываем сумочку, кладем аккумулятор. Очень удобно, особенно когда у вас их два аккумулятора. Один остается в кораблике, один находится у вас вот так вот аккуратненько в сумочке. И приклеиваем сюда. Дальше устанавливаем кораблик на подставку. И закрываем. У нас еще один есть отсек в этой сумке, в боковой части.
Здесь у нас имеется дождевик, он же плащ. Он сделан по форме кораблика и очень удобно накрывает его. Сейчас я это покажу. Затем у нас идет дополнительный шнурочек и ручка для того, чтобы мы могли вот эти две соединить вместе, если вам так будет удобно. Далее у нас остается монитор для курсовой камеры, который мы можем сюда положить. Также у нас есть еще антенна от эхолота. Тоже кладем сюда. Убираем назад шнурочек. И у нас есть еще антенки от эхолота. И тоже кладем их сюда. Убираем плащ. И посмотрите, сколько осталось у нас еще свободных кармашков. Туда можно много что положить. Очень удобно. И заметьте, из всего, что у меня было, у меня осталась одна пустая коробка, которая, естественно, будет лежать дома. Сейчас я достану кораблик и покажу вам, как одевается плащ на него. Достаем. Какой кораблик красивый. И курсовая камера. И центральный сброс. И при возможности разбрасыватель можно поставить. И все это пятая версия. Раскрываю. Здесь есть прорезь специально под ручку. И одеваем на кораблик. Накинули на кораблик, здесь есть вот такой вот хвостик, мы его затягиваем, все, и мы видим, что у нас вот так вот упакован кораблик. Кстати, многие его так и держат всегда в этом чехле, и потом ставят в сумку. Все. Закрываем и ставим в багажник. Ух, какой увесистый стал, а! О. Пойдем поставим в багажник. Несем и посмотрите, как это удобно. Все. Минимум места. Максимум емкости и закрываем багажник. Так вот, дорогие друзья, посмотрите, насколько удобна эта сумка. Это приятный аксессуар, очень удобный и емкий. И всем я, конечно, его рекомендую. Так что спасибо за просмотр. До новых встреч. Пока.